Консультативное заключение по МРТ головного мозга пациента 20 лет. Дата исследования 26 февраля 2019 год. При МРТ головного мозга в аксиальной сагитальной проекциях получено изображение структур мозга по Т1 и Т2ви. Очаговой патологии головного мозга не найдено. На уровне базальных ядер определяются единичные расширенные перивоскулярные пространства по ходу пенетрирующих сосудов. Желудочковая система сформирована правильно, начальная симметричная гидроцефалия. Субарахноидальные ликворные пространства по конвекситальной поверхности больших полушарий не расширены. Цистерны основания мозга прослеживаются отчетливо, не деформированы. Срединные структуры не смещены. Гипофиз. Высота 7 мм, диафрагма седла уплощена, структура обычная. Патология мозгово-мозжечковых углов не выявлена. Стволовые структуры не изменены. Патология орбит не определяется. Ствол мозга – хиазмально-силярная область без МР-признаков патологических изменений. Миндальная мозжечка расположена на уровне большого затылочного отверстия. В проекции мозгово-мозжечкового угла корешки 8 пар черепно-мозговых нервов прослеживаются отчетливо с обеих сторон, симметрично, не утолщены. В области четверохолмия шишковидной железы пинеальная киста до 3 мм. Гипоплазия червя мозжечка в сочетании с ретроцеребрилярной арахноидальной кистой 28 на 11 мм. Синдром Денди-Окера. Арахноидальная киста левой височной доли 15 на 5 мм. Придаточные пазухи носа свободны. Таким образом, имеется пинеальная киста около 3 мм с окклюзией водопровода. Серия 4/14, кадр 7/14. Синдром Денди-Окера, серия 4, изображение 14. Арахноидальная киста, серия 6, изображение 10/2/19.